Фамилия, имя, отчество мужа? Ротанов Сергей Андреевич. Ротанов, так, Сергей Андреевич. Смотрите, не забудьте. Есть, не забудьте. Консольский советовал Сергею, когда будете расписываться, поставить свою ногу на вашу. Зачем? А после этого вы всю жизнь будете под башмаком у вашего мужа. Я, конечно, человек не суеверный, но на вашем месте... Ну, братчись, распишитесь. Пожалуйста. Ой, простите, пожалуйста. Ничего, ничего. Ну, поздравляю вас, Надежда Константиновна. И вас, Сергей Андреевич, со вступлением в брак. Минуточку. Ну, гражданка, как объяснить ваше поведение? Сережа, ну как тебе... Кому ногу жало, на того и кричи. На регистратора. Прошу внимательно осмотреть нашу жилку. Нет, квартирка ничего, ничего. А там что у вас? Кабинет Сергея. Разрешите полюбопытствовать? Пожалуйста, прошу. Да, немножко шумно для кабинета. Я забыла сказать, что это будущий кабинет. Извините, пожалуйста, я вас на минуточку оставлю. Надя, Наденька. Квартирка, ничего. Ничего. Да, у меня с моей Марьей Петровной... Так, собственно, совсем никакой свадьбы не было. Гражданская война, да свадеб ли. Наш медовый месяц мы провели в степи, в походах. Но никогда не забудем звезд, сиявших тогда над нами. Вот так отойдет человек подальше от дня, в котором жил, и который казался ему серым и трудным. Смотрит, день-то это оказывается. Всеми красками переливается, сверкает. Вы правы, Максим Иванович. Слепцы те, кто за буднями нашими, не видит романтики, не чувствует себя в самом центре ее. Разлейте. Вот я даже теперь, когда выхожу с моей бригадой на троллении мин... Ну, неужели вы не можете не говорить о минах? Не можем. Ну уж если не можете, то говорите. Только, пожалуйста, расскажите, ну что это за таинственная мина, которая всем вам покоя не дает? Если, конечно, не секрет. Нет, какой там. Дочь моряка, сестра моряка, жена моряка. Доверим? Доверим. Доверим. Понимаешь, Надя? Вот ты часто смотришь на нас. Ты видишь его гладким и спокойным, как зеркало. Иногда в легких барашках. Иногда... Грозным и штормующим. Да, иногда грозным и штормующим. Но ты всегда видишь над морем солнце. А вот представь себе там, на глубине, где никогда не бывает волнения, куда никогда не попадают солнечные лучи. Среди скал. Притаился враг. Да, мины, черная смерть. Вот так тебе будет понятнее. К нам в руки попали немецкие документы, графики минных заграждений. Вот есть три участка. Немец поставил на каждом из этих участков по 36 мин. Самых трудных и опасных, магнитно-акустических. Да-да. Мы протрали эти участки вдоль и поперек и подорвали по 32. Не правда ли странно? Почему на каждый из этих участков мы не добрали по 4 мин? Совпадение? Да какое там совпадение? Это просто... Просто закономерно. Правильно. Так не нужно открывать эти участки для плавания, пока вы не найдете эти недостающие мины. Так в том-то и дело, дорогая Надежда Константиновна, что их очень трудно найти. Это мины новой конструкции. Очевидно, на них травы не действуют. Ну да, вот мы получили сведения, что немцы доставили сюда нового образца мины. 13 штук. Интересно, что 12 из этой чертовой дюжины они поставили на этих участках, на каждом по 4. А 13-ю девали неизвестно куда. Вот если бы достать хоть одну из них, вскрыть ее, разоружить, узнать ее секрет. Скрыть мину? Но ведь это же смертельно опасно. Лейтенант Осачий, помните, он хотел с
скрыть какую-то мину и... Ну и что ж, а если бы Коля Осадчий был жив, и если нужно было бы, он еще раз пошел бы, потому что это наша борьба. Помните его любимые стихи Тютчева? Он их очень хорошо читал. Мужайтесь, боритесь, о храбрые други, как бой не жесток, не упорна борьба, над вами безмолвные звездные круги, под вами немые глухие гроба. Пускай олимпийцы завистливым оком глядят на борьбу непреклонных сердец, кто, ратуя, пал, побежденный лишь роком, тот вырвал из рук их победный венец. Стихи хороши, но не к свадьбе. Ничего, я ведь знала, за кого выхожу замуж. Как вы все гордитесь вашей работой. Пять градусов вправо. Есть 5 градусов вправо. Мину идем брать, товарищ капитан 3-го ранга. Возьмем. Так держать. Есть так держать. Свежо, товарищ капитан 3-го ранга. Свежо, товарищ Мичман. Команда наша, товарищ капитан 3-го ранга, разные догадки строит. Почему против обычного в море ночью вышли? К утру должны быть на месте, там, где обнаружена мина. Обыкновенная или, может быть, та таинственная? К сожалению, не та. Обыкновенная, якорная, сорвалась и плывет, а завтра должны пройти корабли. Команда новая понравилась, товарищ капитан 3-го ранга? Понравилась. Севастопольцы всегда хороший народ. Точно. Там у вас, кажется, один совсем новичок есть? Есть. И что ж, мил друг, без бушлата вышел? Ночь свежая. Ничего, я парень горячий. А-а-а. Павел Степанович, а в ней большая сила, в мине-то. В мине? А вон, гляди! Вроде нашего. Точно такой. Это катерный тральщик. После войны тралил здесь и подорвался. Да. Оно ж действительно что-то свежее. Пойти бушлат, что ли, надеть? Надень, надень, мил друг. Ночь свежая, достудишься. Ну как мотор? Знакомимся помаленьку. Думаешь, что подружи? Добро. Не надо думать об этом. О чем, товарищ Мичман? О том, что в темноте мы сами наскочим на ту мину, которую ищем. А я вовсе не... Ну? Ах, все равно все насквозь видите. Думаю, товарищ Мичман. Все так первый раз, потом привыкают. Да, успею ли я привыкнуть? А вдруг мы действительно сегодня на нее наскочим? Это от того, что не заняты сейчас ничем. Кто работой занят, тому глупости в голову не лезут. Слушайте, вы идите спать, а то завтра будет непригодны к своей вахте. Есть. Сейчас иду, товарищ Мичман. К 1950 году торговый флот Советского Союза пополнится новыми кораблями. Общим тоннажем 3 600 000 тонн. Тоннажем пишется через 2 «Н». Большие океанские пароходы-лайнеры. Лайнеры. Днем и ночью бороздя морские просторы. А чего ты не пишешь, Фоменко? По ночам, Надежда Константиновна, пассажирские теплоходы ходить не будут. А почему бы им не ходить? А мины? Во-первых, власти не свистят. А во-вторых, мин скоро не будет, и по ночам смогут ходить пассажирские теплоходы. Папа говорит, этих мин еще на 5 лет хватит. Он знает, он начальник пароходства и сердит на минеров. Из-за них у него срывается весь план эксплуатации. Это неправда.
Я знакома с минерами и знаю, что они работают хорошо. У них опасные работы. Вот мы с вами спокойно занимаемся нашими уроками. А они, может быть, как раз сейчас проходят возле мины. Ведь одно неосторожное движение... Что с вами, Надежда Константиновна? Ничего. Спасибо. Будем продолжать урок. А ты скажу отцу, что у минеров есть свой план. И они его непременно выполнят. Ну вот, сейчас одной меньше будет. Она? Она. Нежится на волнах рогатая смерть. Мичман! Есть! Кто минеры? Пока только один разговор. Второй еще учиться будет. Веткин Юрий. Кого отправите гребцом? Разрешите пойти самому? Посмотрю, как разговоров работает. Добро, выполняйте. Есть. Сигнальщик! Есть! Поднять веди, позывные транспорта, передать семафор у вас справа по носу плавмина. Есть! Поднять веди, позывные транспорта, передать семафор у вас справа по носу плавмина. Выполняйте. Есть! Что, мил друг, смотришь, будто прощаешься? Подорвем, вернемся. Еремика, завтрак приготовить. Есть. Ну что ты в самом деле? Не знаю. Предчувствие у меня плохое. Ерунда, все в порядке будет. А вдруг? Где ты такого мичмана найдешь? А кто минером будет? Матрос Веткин, ко мне! Командир зовет. Есть. Матрос Веткин, если вас зовет командир, надо выполнять не шагом, а бегом! Есть! Есть. Наблюдайте за подрывом. Есть. Присматривайтесь к каждому движению минера, учитесь. Не бачишь, мине подходит. Против ветра подходит, то есть командир. Правильно, чтобы тузик не толкнула волной о мину. Что видите? Кормой подходит. Минер руки вперед выставил. Правильно, чтобы не дать мини толкнуться об тузик. Он дотронулся рукой до мины. Смотрите внимательно, куда он руки поставил. Между этими, между рожками. Не рожки, а рожки, а правильно колпаки. Есть колпаки. Запомните, Веткин. Есть. Ай, черт. Кусается. Значит, года три в воде. На молодых ракушка не такая острая. Знаю, товарищ мичман. 54-ю беру. А, по работе вижу. Сейчас он наденет на колпак подрывной патрон. Следите внимательно. Есть. Надевает патрон на колпак, товарищ командир. Это самый опасный момент работы. Если свинец колпака разъеден морской водой, легко разбить стеклянную трубку под ним, и тогда взрыв. А лицо у него спокойное. Совсем не боится. Он свое дело делает. Вы делаете свое, а наблюдайте. А ведь я думал, товарищ мичман, что меня из Севастополя на Азовское море переведут. Там, говорят, все подходы к портам минами забиты. А ведь там промышленность какая. Надо бы ворота пошире раскрыть. Здесь тоже грузооборот важный. Да, большого значения грузооборот. Он закуривает, товарищ командир. От огня шнур может быстро вспыхнуть. А от папиросы тлеет медленнее. Так многие делают. Тьфу! Не люблю я табаку. Не понимаю, как это люди курят. Горить! Можно отходить!
товарищ командир, мы уходим? По инструкции на безопасную дистанцию. А они как же? Они остановятся там, где взрывная волна их не достигнет. Осколки полетят параболой, дугой над ними. 120 грибков сделали, через 10 секунд взорвется. Приляжем. Приляжем. Вот и все. Посмотрите еще несколько раз, попрактикуйтесь на обыкновенном буке, потом пойдете взрывать. Я? Да. Я пойду с вами. Петкин, мичману хлеб. С моим удовольствием. Что ж ты соли наберешь разговору? Петкин, разговору у соль. С моим удовольствием. А у товарища Мичмана масла мало. Ветки, здорово, масло. Здорово, да. С таким же удовольствием. А разговору чего ж масло не подаешь? Подай, Веткин. Веткин! Кожу, кожу. Ну дай же ты человеку спокойно поесть. Я сам возьму, чего мне надо. Неужели обиделся? Эх ты! Родина моя могучая. Хороший денек. Хорош, товарищ капитан третьего ранга. Вот то-то обидно. День хороший, а я спать улягусь. Так и пройдет этот день мимо меня. У вас долгая вахта была, Сергей Андреевич. Дремнуть часок не мешает. Да и часок жалко. Вот ладно, скоро дома будем. Шевно поет. Хорошо. Эх, друзья мои, товарищи, почему так сердцу радостно? Потому что родина моя расцветает, словно над весной. Бережем тебя, любимая, и на море, и под тучами. Надежда Константиновна, верно, тоскует одна, тревожит. Она у меня маленькая, храбрая женщина. Перед женитьбой нашей она мне сказала, когда ты будешь уходить в море, я буду сидеть и ждать тебя. А потом спрашивает, а часто мне придется вот так сидеть у окна? А я ей говорю, каждый день, кроме выходных, а иногда и выходные тоже. Верно. Такая у моряцких жен судьба. И теперь, когда я подхожу к дому, я всегда смотрю вверх на окно. Ждет. Ждет. А сегодня даже сразу двух ждет. Кого же еще? Брата своего. Капитан дальнего плавания сегодня из Шанхая приходит. Ну ладно. Дальше катер поведете вы. Есть. При выходе на фарватер пройдете точно у Вихи 96. Ясно. Он 12 часов на мостике простоял. Я к нему присматривал. О.
Смотри, смотри, ты не водил, друг, почаще. На хорошего командира смотреть все равно, что устав читать. Матрос Веткин, встань вперед смотрящим. Есть! Чего он с мостика не сходил, командир-то? Опасность была? Да вот тут, в этом районе, должны быть мины. Как раз самые подлые, магнитно-акустические, импульсные. О, брат, это хитрая мина. Она лежит себе на грунте, притаилась и ждет. А как же она действует? А ты учил в школе, что такое магнетизм? Учили. Ну вот, в мине есть магнитная стрелка. И когда корабль проходит над миной, стрелка от магнитного воздействия импульсов поворачивает. И что ж, взрыв? Нет, мил друг. Тут дело значительно хитрее. В мине есть прибор кратности. Он не дает мине взорваться на первом импульсе, а, скажем, ну, на восьмом или на десятом. Так что вот 9 кораблей пройдут и ничего. А вот когда пойдет 10-й корабль, когда уже никто и беды не ждет, вот тут-то и взрыв. Обычно больше, чем на 15 импульсов мина не бывает. Потому и проходим над ней тралом 17 раз с запасом. Верность. Да. А вдруг мы сейчас как раз над такой миной и проходим? Может быть. Может быть, мина поставлена на 12 импульсов, а мы проходим 11 раз, 11 импульс даем. А только вряд ли. Вряд ли. Как жизнь, Семен Иванович? А, Сергей Константинович, с приездом. Давно пришли? 5 минут назад. Откуда? Из Шанхая. Бригадир! Эй, бригадир! Чего там? Бригадир, мина! Под своими мина! Какая везде мина? Да ты что, шалел, какая мина? Да может, тебе показалось? Что значит мина? Она взорвалась бы! Видно, совсем старая, ракушка я прошла. Старая, старая, взорвется, как молодая. А ну, все, причал давай, все, живо, пошли, пошли, пошли. Позвоните в управление, пусть немедленно пришлют минеров. Ага. Уходите, товарищи. Быстрее уходите с причала. Уходите, товарищи, уходите. Взорвется, весь причал разнесет, Сергей Константинович. Возможно, это магнитное. Она от удара не рвется. А вы разбираетесь в них? Всю войну прослужил минером. Командовал дивизионом тральщиков. Прошу. На руках, сегодня брат, так можно избаловать женщину. Ну, очень рад. Сергей. Тоже Сергей, мне тоже очень рад.
Дальние плавания что дают мне? Красоту солнечных закатов на океане, смену впечатлений и красивые вещи. Это мещане называют любовь к немещанством, а я люблю, они делают жизнь красивее. И вот я могу своему новоявленному зятю привезти вот эти шахматишки в подарок. Обратите внимание, старинные, с большим искусством вырезаны. Шахматишки действительно хорошие. Вот, кстати, вот эту задачку обязательно решите. На двойной ход конем. Любопытная задачка. А сами-то вы ее решили? Сознаюсь, нет. Бился, бился и оставил для вас. Ну что я еще люблю? Люблю поесть. Надь, дай ему поесть. А вы что улыбаетесь, дорогой Сережа? Мелкие идеалы. Да уж, конечно, не очень крупные. А, задаетесь. Думаете, на своих тральщиках большую политику делаете? Для нашей пятилетки ворота в мир открываете? А как же? А представьте себе, я вхожу в чужой порт. Ах, не пристань, не причал, незнакомая речь. Пальмы, обезьяны и прочие тропические чудеса. А я ж дрожу от удовольствия. И знаете почему? Да потому что хоть за 10 тысяч миль от госплана, а я тоже пятилетку строю. Большую советскую политику делаю. А я вот не освобожу вам дороги от мин, и путь закрыт. Верно, черт побери, верно. Я вас, минеров, ценю и уважаю, сам в прошлом минер. Но вы мне всю мою мечту портите. Какую мечту? О Алмазной горе, о бриллиантовом замке, плывущем сквозь ночь по волнам. Не совсем ясно. Он у нас такой. Я его тоже не всегда понимаю. А вот сейчас поймете. Я последний раз иду в рейс на грузовом, а затем получаю пассажирский. Ну и красавец, должен я вам сказать. Белоснежный, стройный. И вот представьте, я подхожу вечером к вашему порту. Все огни у меня зажжены, в каютах, службах. А вы стоите на берегу и видите, как из-за горизонта медленно возникает бриллиантовый замок и плывет к вам, как чудесное видение, как сияющая весть. Поэма! Действительно хорошо, как песня. Да, песня она, конечно, песня. Но из-за ваших проклятых мин пассажирские сюда ночью не ходят. Ну, а на стоянках я свет зажигать не стану, неинтересно, да и режим экономии вспоминайте. Смеетесь? Смеюсь. А попробуйте стать на мое место. Да, кстати, вы же капитан дальнего плавания. Почему вы не идете в торговый флот? А что на это скажут в Полтаве? В Полтаве? Да. Причем здесь, извините, Полтава? А при том, что в режиме экономии есть тоже своя поэзия. Это я вам сейчас докажу. Вот представьте минные поля. Чтобы обойти их, вы на одном только участке Одесса-Севастополь докладываете 50 миль. За год 100 рейсов, 5000 миль. А возьмите все суда бассейны, 250 тысяч миль, сколько лишнего топлива. Полтавской электростанции на 2 года хватит. Нет, батенька мой, в Полтаве обидится, если я уйду, оставив мины на ваших голубых дорогах. Так другие найдутся на ваше место. Ну, Надя, скажи ты ему. Не уйдет, пока все море не перепашет. Он у меня морской пахарь. Дорогой мой Сергей, вы что же думаете? Что я сам иногда втайне не мечтаю о коралловых островах, о победах над ураганами? Но я знаю, моей стране нужно, чтобы я в тихую погоду, недалеко от берега, утюжил море, туда и обратно, и все одно и то же место. По 17 раз подряд одно и то же место. А иногда и 17 раз мало. Они хотят найти какие-то таинственные мины, которых трал не берет. Уже нашли ее. Когда, где? Сегодня. У вас же в порту под причалом. В нее свая концом уперлась. Вы пока там в поисках ее море утюжили, а я вот сразу приехал и, пожалуйста, нашел. Я сам принимал участие в этом событии. Мне пока об этом ничего не сообщили. Ну, сообщат, конечно. Определенно, новая система мина. Откуда вы знаете, что новая? Ну, а как же, она на 20 сантиметров шире и почти на полметра длиннее магнитно-акустических мин обычного типа. Черт возьми. Может быть, это та самая 13-я, которую мы ищем? 13-я? Какая 13-я? Потом поговорите о минах. У меня уже косит сын. Да, тому, кто разоружит эту мину, откроет ее секрет, поклонятся не только в Полтаве, а и мы, морские бродяги. Что ты говоришь, Сережа? Разоружить? Ведь это же почти верная смерть. Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного сулит неизъяснимое наслаждение. Бессмертие может быть залог. О чем ты думаешь, Сергей? Сергей,
И вы уверены, Сергей Андреевич, что это та самая мина, которую мы ищем? 13-я? Да, убежден в этом. Я, Александр Леонидович, был у него в гостях. Да, кстати, палатку, которую ей предоставили в качестве временной жилплощади, необходимо заменить более просторной для удобства работы. Я очень внимательно осмотрел мину. И внешние данные говорят за то, что это именно она. Вы вообще, Сергей Андреевич, что немцы наверняка снабдили мину ловушкой, взрывным устройством для защиты секрета. Но надо же этот секрет кому-нибудь раскрыть. Надежда Константиновна знает? Надя не знает. Правда, мне показалось, что она... Нет, не знает. И лучше я об этом не знаю. Да, пожалуй, так. Все-таки прошу и сообщить, что горсовет постановил ускорить восстановление вашей квартиры. Так что пусть готовит мебель для кабинета и для детской. О! Спасибо, Максим Иванович. Ну, меня за что благодарить? Ну, как же, все-таки вы... Ну, ерунда. Что же у нас еще осталось, Александр Ильич? Ждать разрешения адмирала. Все же, капитан третьего ранга, вам придется еще подождать. Я запросил Балтику, Порт-Артур. Там об этих минах ничего не знают. Правда, в британском адмиралтействе знают кое-что. Что именно, товарищ адмирал? О, очень много. Имя изобретателя этой мины – Курт Варнаке. Известно, что он большой любитель шахмат. Известно также, кто были его папаша, мамаша. И что у него на левой щеке два шрама крестом. Не знают только они... Чего, товарищ адмирал? Что это за мина? И где этот Варнаке? Придется подождать. Есть. Все-таки я не так уж долго задержу свое решение, если принять во внимание, чем мы рискуем. Сколько человек вам понадобится для разборки мины? 6 человек, товарищ адмирал. Ну вот, тем более. Придется подождать. Есть. В выполнении боевого задания мне нужно 6 человек. В
возьму только тех, кто вызовется сам, добровольно. И тот, кто пойдет со мной, должен знать. Задача опасная, очень ответственная. И если мы вернемся, выполнив боевое задание, большая заслуга наша будет перед Родиной. Поэтому приказываю, прежде чем решение принять, обдумать и взвесить все. Решайте, товарищи. Так, хорошо. Ну что ж, хорошо. Вы все обдумали, товарищ Веткин? Куда разговоров, туда и я, товарищ капитан третьего ранга. Разрешите доложить, товарищ капитан третьего ранга. Команда флагманского катера считает своим долгом не отрываться от своего командира и просит оказать преимущество 594-му. Взять на разоружение мины команду катера целиком. От лица службы благодарю весь дивизион. Служим Советскому Союзу! Команде катера 594 завтра быть готовой в 8:00. Разрешите доложить, товарищ Ксантеров? Ага. Комиссии установлено, что все инструменты сделаны точно по чертежам. Из немагнитного металла. Добро. К сожалению, нельзя установить возле магнитной мины телефон. Поэтому через вашу эстафету передавайте все подробности и каждую снятую с мины деталь. Чтобы в случае взрыва мы точно знали, на каком моменте разборки он произошел. Разрешаю взять инструмент. Есть. Берите. Есть. Приступайте. Есть. Засеките время. Есть. Курите. Спасибо. Бросил. Сердце и Марья Петровна. Категорический приказ. Волнуйтесь. Не без того. Ну-ну. Возьмите себя в руки, товарищ капитан второго ранга.
сообщить комиссии, снята первая гайка. В гайке 5 витков. Командир просил считать время. Если взрыв произойдет на второй гайке, чтобы высчитать, на каком витке. Не выполняйте! Выполняйте! Принял первую гайку. Добро. Передать. Приняли к сведению. Идите. Есть. Они увеличили количество импульсов. На сколько, товарищ командир? С максимум 15 до 21. Теперь понятно, почему мы ее не могли обнаружить, товарищ капитан третьего ранга. Нет, это еще не все. Это еще не все. По всем данным, мина всплывающая. Вот. Вот здесь внизу. У нее должны быть цистерны с водяным балластом. Так. А вот здесь баллон со сжатым воздухом. На 21-м импульсе воздух выгоняет воду из цистерн, мина всплывает навстречу к кораблю, и через 15-17 секунд взрыв. Начиная извлечение запального приспособления. Плоскогубцы. Так. Передайте их комиссии. Запальный стакан. Сообщите, мина всплывающая, прибор кратности на 21 импульс. Продолжаю разоружение. Исполняйте. Есть.
Осторожно. Так. Контакты взрывателя идут через прибор кратности. Так, так, так. Возможно, что ловушка, защищающая секрет мины, находится именно здесь. С какого же провода начинать? Придется действовать на удачу. Будем надеяться, товарищ командир. Авось. Авось, авось. Понимаешь, для человека в такой удаче есть что-то унизительное. Надо побеждать знанием, а не восемь. Вот что, товарищ Разговоров, вы мне больше не нужны. Передайте комиссии, отсоединение прибора кратности начинаю с зеленого провода. Сами находитесь подальше отсюда, на безопасном расстоянии. Товарищ капитан третьего ранга, разрешите мне произвести разборку. Спасибо. Павел Степанович. Я минер, товарищ командир. Это моя специальность. Я тоже минер, товарищ Разговоров. Выполняйте приказания. Есть. Командир приказал передать комиссии, что мы приступили к отделению прибора кратности, начали зеленого провода. Выполняйте. Есть. Хорошо. Тебе приказано находиться на безопасном расстоянии. Мне? А как? Есть. Какая досада, Максим Иванович, не довел до конца. Максим Иванович, надо узнать состав взрывчатки, надо узнать. Надя, Надя, Максим Иванович. Ой. Если умру, передайте. Женя, я...
хоть один импульс. А если... О чем ты думаешь? Понимаешь, Наденька, мы уже знаем, что немецкие мины заряжены на 21 импульс. Но ведь невозможно протраливать заново все участки. Выход в том, чтобы по этим графикам догадаться, где именно немцы поставили эти мины. Вытянуть хотя бы одну на поверхность. Что? Что, тогда я начну с красного провода. Но это, Наденька, все мечты. Догадаться, к сожалению, невозможно. Письмо от Сережи из Гонконга. От Сергея? Интересно, очень интересно. Ротановой Надежде Константиновне. Здорово, счастливая семейка. Сережкин стиль. С огорчением сообщаю, что бриллиантовый замок мной еще во владении не получен. Но получу. Черт его побери, все равно получу. А теперь маленький отчет о моих странствованиях. Как известно, повез я хлеб голодающей Франции. Оттуда прямо в Гонконг. Ну и трепануло нас в Индийском океане. Сергей по опыту знает, что это за зловредный океан. Мы с моим штурманом держали военный совет. Ушел! Сергей Константинович! Начинается полоса штормов! Лучше бы нам спуститься к 1,5-градусной параллели! А что скажут в Полтаве? Почему в Полтаве? А это мой зять всегда такой вопрос задает. Если мы спустимся вниз, доложим примерно 10 тысяч миль. Нет! Сохраним лучше это топливо для полтавской электростанции. Понедельник здесь на мине подорвался тращик. Погиб командир и вся команда целиком. А я стоял и думал, мины, мины во всем мире, во всех морях. Подумал я о вас, дорогой Сережа, о вашей работе, и мне стало страшно. И пришло в голову, а не пора ли вам действительно на торговый флот? О, я вижу, вы улыбаетесь. Да черт побери! Разве наша работа меньше связана с политикой, чем ваша? Это я вожу сквозь штормы и ураганы важнейшие грузы для нашей промышленности. Разве это не политика? Это я показываю красный флаг во всех морях и океанах. Разве это не политика? Разве это не политика? Впрочем, слышу ваш ответ. Ну что ж, осуществляйте вашу мечту о широко раскрытых для нашей пятилетки воротах на голубые дороги. А мне остается только пожелать вам и сестренке всяческого благополучия. Скоро, надеюсь, увидимся, ваш Сергей. 2 августа 46-го года, Гонконг. Ну что ж, он совершенно прав. Может быть, по отношению к тебе, но не ко мне. Я горжусь тобой, твоей работой. Но вот после того, что случилось, может быть, ты в самом деле оставишь ее. А что на это скажет в Полтаве? Опять шутишь. Но ты же капитан дальнего плавания. Министр давно просил о твоей демобилизации, адмирал согласен. Но ведь ты сам. Сам не хочешь, ну почему? Неужели ты думаешь, я тебя не понимаю? Ну почему ты хочешь быть там, где труднее всего? Страшнее всего, ну почему? Потому что я человек, а не трава. Я понимаю. Ты хочешь идти ветру навстречу?
но мне трудно идти рядом. У меня, короче, шаг. Разве тебе не жаль меня? Смотри. Видишь, насколько сухопутные саперы управились раньше нас, морских саперов? Я завидую фронтным сухопутным саперам. И сколько еще будет длиться вот эта зависть? Хватит ли у меня сил? Надо, чтобы хватило. Надо, Наденька. Нужно, чтобы жены всех моряков могли спокойно спать. А для этого надо работать. Надо освободить голубые дороги. Но почему? Почему для всех война кончилась? А для меня она продолжается. Почему я каждый день сижу у окна и жду тебя? Мне было бы легче, если бы я могла быть с тобой там, где опасность. Но я одна. Жду окна. Жду и боюсь. Вдруг постучат в дверь. Я не знаю. Может быть, это будет Калаченко. Вот он войдет, встанет у дверей и молча снимет фуражку. Ну-ну, успокойся. Этого никогда не будет. Я не верю в это. Будь смелее, будь гордой. Мне очень трудно. Я понимаю, трудно. А трудностям надо идти навстречу, надо брать их за шиворот и к ногам. Только так, Наденька, только так, мила. Проклятые графики, как они упорно хранят свою тайну. Белые пятна, десятки белых пятен, но только под четырьмя из них мины. Под какими же? Пора ли моей девочке спать? Морскому пастору. Это мои глаза. Я не хочу, чтобы под ними были морщинки. Я не хочу старушку жену. Спать приказываю. Где-то вблизи от центра участка на где.
Ой, дорогой Сережа, моя задача потруднее вашей шахматной. На двойной ход коня. Точно на двойной ход коня, так, центр минного поля. Так. Подай наверху 96. Сколько же я раз прошел над этой миной? 19 раз, остается в запасе 20-й импульс. Шахматист и больше ничего. Кто? Немец. Какой немец? Варнак. Помнишь, я тебе рассказывал? Он поставил мины в шахматном порядке. По 36 мин на каждом участке. Мы подорвали 32. Спрашивается, где 4 остальные? И вот сейчас я это нашел. Он поступил так, как и полагается немцу. Он действовал по шаблону. И на этом я его поймал. Он поставил мины точно на двойной ход коня от центра минного поля. Это очень трудно заметить. Но я это увидел. Ай да ротан. Ай да молодец. Значит, теперь кончились бессонные ночи. Да, да, да. Часто я думал, настанет ли когда-нибудь такое мгновение, когда я себе действительно по-настоящему понравлюсь. И вот сейчас, хотя нет, сначала я должен взять эти мины, хотя тоже нет. Сначала должен достать одну и разоружить ее. Я вижу, ты никогда не будешь удовлетворен собой. Человек должен быть немножко неудовлетворен собой, а то он поглупеет. Ты понимаешь, Наденька, а начать я хочу с той мины, которая лежит у Вихи 96, у самого фарватера. Я подниму ее на поверхность и отбуксирую к берегу. А если она взорвется? Да не должна взорваться. Мина заряжена на 21 импульс, так? А я прошел над ней 19 раз, значит, у меня остается один безопасный импульс, 20-й. Нет, бухгалтерия у меня точная, ошибки быть не может. Участок для плавания закрыт, а кроме меня там никто не проходил. А мои люди, как и в прошлый раз, пойдут со мной добровольно, я уверен в этом. Перед тем, как сказать Гордею Воротанову, выполняйте, я хочу услышать мнение флагманского минера бригады. Расчет комдива безукоризненно точен. Когда катер пройдет над миной, он сработает 20-й импульс. Останется еще один. Точно. 21-й. Конструкция специального трала вполне обеспечивает успех. Мина будет затралена и извлечена на поверхность. Помешать может только какая-нибудь подводная скала или еще какое-нибудь препятствие, за которое может зацепиться трал. Мини гидрограф. Нам известен рельеф. Я должен сказать, что если дело идет не просто о подрыве, а извлечении хотя бы одной мины на поверхность, выбор сделан совершенно правильно. Надо брать мину у Вихи 96, там дно песчаное, почти гладкое, и меньше всего шансов, что трал встретит какое-либо препятствие в виде скалы, так или затонувшего корабля. Ну, конечно, это... Зачем начинать сразу с более трудной и опасной операции? А не лучше ли начать просто с подрыва? Кстати, если подорвется одна из мин, это подтвердит, что капитан третьего ранга Ротанов рассчитал правильно. И можно будет с большей точностью найти и достать одну из них на поверхность. Ваше соображение, капитан третьего ранга? Считаю, начинать надо с извлечения, а не с подрыва. Конечно, это очень важно, очистить участок от мин, но не менее важно изучить их конструкцию. Предположим, мы уничтожим три мины и начнем извлекать четвертую. И вдруг неудача. Тайна останется нераскрытой.
А я хочу прежде всего достать мину. И если в этом случае неудача, ну что ж, у нас останется в запасе еще 3 мины, и это сделает кто-нибудь другой. Правда, товарищ капитан 2-го ранга, это очень опасно, рискованно, но это нужно. Вот все. Капитан 3-го ранга, выполняйте. Есть. Благодарю вас. Где мы, Сергей Константинович? Трудно определиться. Черт, кругом минные поля. Застопорить ход. Есть. Как бы не сойти с фарватера. Дорожка узкая, всего 300 метров. Может быть, станем на якорь? Переждем? Туман заметно рассеивается. Сейчас определимся. Вот видите, очищается. Вот вихар. На целых 3 кабель того правее. Черт возьми, может, под нами мины? Мины? Не думал я, что первый рейс на этом красавце может оказаться. Иван Иванович! Есть полный вперед. Левый угол 35 градусов 16 минут. Правый угол 60 градусов 20 минут. Это и есть тот бриллиантовый замок, о котором мечтал мой Шурин. Кольцы на работу идут. Дивизион, кажется. Дивизион. Иван Иванович, распорядитесь поднять сигнал, приветствуем тружеников моря. Есть. Поднять сигнал, приветствуем тружеников моря. Быстро. Есть. Обводы линии обратили внимание. Действительно красавец. Нарасти сигнал. Ого, поднял сигнал, приветствует тружеников моря. Надо бы подойти поздравить. Впрочем, вечером все равно. Конечно. Вечером расскажу зятю, как на 1 минуту от фарватера отошли. А страху на неделю натерпелись. Есть место, товарищ комдив. Хорошо.
Так, Александр Леонидович, если я действительно не ошибаюсь в расчетах, мина находится здесь. В кубике 96? Да. Угу. В точке 48-20. Товарищ капитан первого ранга, простите, что напоминаю наши условия, держать дивизион подальше от моего катера. Условия будет выполнено, товарищ капитан третьего ранга. Желаю успеха. Спасибо. Счастливо. Принять это собой. Можно отходить. Здесь. Мичман, команде по местам стоять, ралы к постановке изготовить. Катер поведете вы, ход средний. Есть. Рал к постановке изготовить. Есть. Моторист, встаньте на правый розыск. Электрик, присоедините щит от водителя. Не торопись, не торопись. Отдай ступор. Как на румбе? На румбе 112. 2 градуса лево. Есть 2 градуса лево. 48-01. Есть 48-01. Подходим. Приготовить буйок. Есть. Присоединить оттяжку глубины. Ну как предчувствие, Леточка? У тебя всегда с предчувствием. Предчувствие. Ушли, как след на песке под волной. 48-08. Есть 48-08. Сорок восемь одиннадцать. Есть 48-11. Приближаемся к мине. 48-12. Есть 48-12. 48-13. Есть 48-13. Точно трали. Есть точно трали. 48-14. Есть 48-14. Куда пропала лиха? Черт, извините. Может, ее сорвало, унесло? Что же может сорвать виху, ведь шторма ж не было. Точно. Раз шторма не было, значит, виху мог сорвать только корабль. Откуда ему взяться на минном поле? А утром был туман. Думаете, Россия? А что же? Может, сбилась с курса? Топ-мотор! Есть топ-мотор. Их увидите. Нет. ВК-96 должна быть здесь. Вот я ее не вижу, товарищ капитан третьего ранга. Может быть, над миной прошел какой-нибудь корабль? Тогда мина сработала 20-й импульс, и нам дальше идти нельзя, и брать мину тоже нельзя. Какая досада, скажи на милость. Все-таки придется рвать мину тралом. Товарищ Разговоров. Есть. Трал к подрыву изготовить. Есть. Я понимаю, товарищ Мичман. Это нужно. В крайнем случае, если с нами что-нибудь случится, будет ясно, что расчеты верны, и остальные мины возьмут другие. Пойдем на мину. Приказывайте, товарищ капитан третьего ранга. Полный вперед. Есть полный вперед. 5 градусов вправо. Есть 5 градусов вправо. Держаться точно на курсе. Есть держаться на курсе. Должна быть здесь. 48-20.
Я знала, что ты придешь. Ну что? Подорвали. А теперь? А теперь? Теперь будем разоружать остальные. И начну я теперь с красного провода. Я знала, что ты так скажешь. Смотри, зажег огни на всех палубах. Да, и плывет, как бриллиантовый замок, как сияющая весть, сквозь ночь по волнам. Поэма! Действительно красивая, как песня.